Детские сады Мирнинского района к зиме готовы. Ремонты закончились еще не везде, но строители обещают до морозов успеть. В садах закупили книжки, тетрадки, обновили мебель и игрушки. Все это ждет ребят. В обновленных дошкольных учреждениях побывала и наша съемочная группа. В группе «Дюймовочка» детского сада «Карлсон» сегодня 8 ребят. Девчонки еще не вернулись из отпусков. Но сочинение на тему «Как я провел лето» уже готово. Пока дети отдыхали, взрослые работали. Садики подготовили к новому учебному году. Ремонты прошли почти во всех садах. Где-то отремонтировали фасад, где-то заменили окна и трубопроводы. А в детском саду «Крепыш» и вовсе сделали капитальный ремонт. Там ребят ждут новые группы и светлые коридоры. Отремонтировали прачечную, обновили кухню, как и в остальных садах. Капитальный ремонт ждет и детский сад «Искорка» в Ленском районе. На него из бюджета выделено 17 миллионов рублей. В другом детском саду Ленска заканчивается строительство нового корпуса. Ремонты прошли в детских садах поселка Айхал. В одном заменили систему отопления, в другом поменяли сети электроснабжения. А в саду номер 41 «Ромашка» отремонтировали больше запланированного. Поменяли электрощитовую. Она у нас была в очень плачевном состоянии. Потолок кухни обновили, оштукатурили. Стену нам поменяли, ДСП заменили. И в тамбуре провели ремонт, даже тот ремонт, который не планировался. Спасибо нашим подрядчикам. Задачи у педагогов не поменялись. Ясли, средняя, старшая и подготовительная группы будут работать по прежней программе. Мы не ставим перед собой задачу научить ребенка писать или читать. Ребенок должен развиваться в соответствии со своими интересами, со своими способностями и заниматься тем, чем ему интересно. То есть наша задача – научить ребенка добывать знания, дать ему умение взаимодействовать с окружающим миром, с людьми, которые окружают его. В подготовке к новому образовательному году организации дошкольного образования «Алмазик» компания «Алросы» перечислила почти 1 миллиард рублей. Всего в садике региона ходят почти 5000 детей. А с первым воспитателем этой осенью познакомится еще 1000 дошколят. Елизавета Кочетова, Артур Голиков, Оксана Мезенцева, Евгений Шапувалов, Дмитрий Вильчевский, Виталий Андреев. Телеканал «Алмазный край».